В микрорайоне Кокис-Вумчур открылся образовательный развивающий центр для детей «Ай-да-я». Он создан при поддержке администрации Кировска, компании «Фосагро» и партии «Единая Россия». На открытии торжественно разрезал ленточку глава города и секретарь местного отделения партии Владимир Дядик. Праздник начался с поздравлений и развлекательной детской программы. Открытие развивающего образовательного центра для детей на Кирова 53 – настоящий праздник для Кировска и находка для родителей. Задумку по его созданию городская администрация и члены местного отделения партии «Единая Россия» вынашивали давно. Очень хотелось, чтобы дети микрорайона Кукис-Вумчор могли с пользой провести досуг. Центр с названием «Ай-да-я» не только учит малышей здоровому образу жизни, здесь дети могут заниматься по целому ряду направлений. Здесь будет порядка 10 различных групп обучающихся по самому широкому спектру направлений. И английский язык, и логопедия, и подготовка к школе, и различные занятия для развития моторики и много чего еще. «Ай-да-я» относится к Кировскому центру детского творчества «Хибины». Позже он станет автономным. Внутри светло и уютно. Гости осматривают зал для уроков по хореографии. Здесь установлены зеркала и балетные станки. Рядом шведская стенка, на которой дети активно отдохнут между занятиями. Другое помещение оснащено развивающим оборудованием. Здесь есть все для занятий. На стене интерактивная доска. На полу спортивный инвентарь. Помещение направлено на укрепление здоровья детей. Часть оборудования приобретена с помощью компании «Фосагро». На сегодня у нас центр оборудован полностью. У нас есть все технические средства. Как вы уже заметили, это интерактивная доска. Для безопасности у нас существует видеонаблюдение. Но так как я говорю, что это праздник и для города, и нас поддержал АО «Апатит», консалтинг «Фосагро» выделил нам финансовую помощь и поддержку. И в ближайшее будущее мы еще больше приобретем интересных пособий для деток. Создание образовательного развивающего центра поддержали депутаты микрорайона Кукис-Вумчор в рамках проекта партии «Единая Россия. России важен каждый ребенок». Радует то, что мы в рамках проекта «Каждый ребенок важен России» открываем такое замечательное учреждение детское. Замечательно еще то, что заняты будут дети именно той категории, которых очень сложно организовать. Это с 4 лет. Мало очень мест, где можно вот пристроить ребенка для обучения, для развития. И вот мы гордимся, что это учреждение открылось именно на территории микрорайона Кукис-Вумчор. Центр рассчитан на 100 детей от 4 лет. Руководить образовательным центром будет Марина Пономаренко. Здесь будут проводиться детские праздники и детские дни рождения. А также в ближайшее время мы планируем открыть детский мини-сад. Это группа кратковременного пребывания, где ребята будут приходить, и мы будем заниматься с ними, присматривать, ухаживать за ними. Чтобы записаться и узнать информацию, по каким дням можно посещать новый развивающий центр «Ай-да-я», звоните по телефону 8 921 171 61 43.